Институт уполномоченного по правам человека доказал свою эффективность. Созданный более 15 лет назад, он стал для людей местом, куда можно обратиться с просьбами и жалобами. Об основных тенденциях уполномоченной по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева рассказала главе региона Михаилу Игнатьеву. В череде обращений, поступающих в адрес уполномоченного, на первом месте вопросы в сфере уголовного права. Мы работаем, выезжаем в колонии, разбираемся вместе с прокуратурой. Мы работаем, у них есть специальный прокурор по надзору за содержанием в уголовно-исполнительной сфере. На втором месте жилье и проблемы ЖКХ. Особенно много вопросов по механизму переселения из аварийных домов. По вопросам жилищно-коммунальной сферы это разъяснить на работу. То есть ее надо больше проводить. Люди мало еще знают свои права. Вот это такое есть. Мы проводили встречи, и именно много вопросов задают, что им, с ними надо работать, с ними надо говорить, им надо рассказывать. Не хватает финансовой грамотности у кого-то, на эмоциях совершают эти операции. Потом правовой культуры не хватает, это правда. И вот на примерах где-то надо нам еще повлиять на все эти процедуры. Хотя сейчас там с бюджета республики тоже выделили средства для осуществления финансовой грамотности, начиная с детских садов. Уже в январе-феврале будущего года совместно с Минобразованием для школьников Чувашии начнут проводить единые уроки прав человека.